Люди бегут, говорят, к метро, от Вегаса. Прям идут люди с ружьями, с автоматами, стреляют. Вот. А тут вообще там целая толпа бежит. У нас там. Да, произошла трагедия. Мы здесь в Крокусе, работают пожарные. Площадь возгорания очень заметная. Все остальное будет понятно после окончания работ пожарных. И, соответственно... Российской Федерации Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в Крокус-Сити-Холл. Сейчас в режиме реального времени Владимир Колокольцев получает доклады об обстановке на месте происшествия.
Она отвечала, получается, в чате она никому не отвечала. И на данный момент я тогда поехал сюда, чтобы вдруг она здесь еще и помочь как-то. Вот. А на данный момент я очень сожалею вот этой всей ситуации, как говорится. По факту происшествия сегодня с главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это террористический акт. На место происшествия уже приехала и начала свою работу следственно-оперативная группа главного следственного управления Следственного комитета России. Также на месте происшествия в настоящее время работает председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин Александр Иванович. В настоящее время еще продолжаются оперативные спасательные мероприятия. Наряду с ними также начато производство первоначальных следственных действий. Назначены и уже проводятся экспертные исследования. Пока это вся информация. Задача понятна. Понятно. Обеспечим. Хорошо, человек, надо рассказать.